Привет всем, я Вадим Андреев. Сегодня специально для вас я снимаю обучающий ролик с моими подробными комментариями, как сделать прекрасный макияж. Он подойдет девушкам любого возраста и будет отлично смотреться, как днем, так и вечером. Очищенную кожу я наношу продукт Beauty Flash Balm от Clarins. Этот бальзам дает нам так называемый эффект Золушки. Снимает следы усталости, увлажняет, разглаживает кожу и придает натуральное сияние. Плоской синтетической кистью Tom Ford я наношу тональное средство Skin Whale от Elise Fuzz. В данном случае я выбрал оттенок L106, немного темнее натурального цвета кожи. Это создаст эффект летнего загара и выгодно подчеркнет цвет волос и глаз. Распределяем тон от центра лица к периферии и обязательно тонируем шею. Консилер Elise Fuzz S203 на тон светлее общего цвета лица наносим на зону под глазами, на спинку носа, центр лба и подбородка, а также под уголками губ и в районе носогубной складки. Я это делаю для того, чтобы выделить и освежить черты лица. Кремовым скульптором Tom Ford Shade and Illuminate в оттенке номер 2 выделяем зону под скулами, боковые стороны лба и носа, а также вдоль нижней челюсти. Это выгодно подчеркнет скульптуру лица. Растушевываем прямоугольной кистью Хакухода так, чтобы не осталось резких границ. Прозрачной пудрой HD от Makeup Forever фиксируем макияж. Оформляю брови фиксирующим и тонирующим гелем от Anastasia Beverly Hills оттенок гранит. Этот продукт позволяет выделить брови, но сохранить их натуральный вид. Приступаем к макияжу глаз. В качестве основного оттенка я использую кремовые тени Embellish от Ila Mask. Ими быстро и легко можно добиться мягкой растушевки. Текстура века выглядит гладкой и как будто слегка влажной за счет мелких светоотражающих частиц. Наносим на внешний угол глаза и растушевываем в двух направлениях. Тени быстро фиксируются на коже и стойко продержатся целый день. Оттенок Cartier от Ila Mask наносим во внутренние уголки глаз и на зону под бровью. Гелевую подводку Bobbi Brown номер 13 шоколадного оттенка наносим с помощью скошенной плоской кисти или тонкой кисточки для подводки. Создаем эффект глубины и более миндалевидной формы глаза. Я наношу ее на слизистую глаза снизу и сверху, а также вдоль линии верхних ресниц, утолщая линию подводки к внешнему углу глаза. Тщательно растушевываем, чтобы получить эффект мягкой дымки. Черную гелевую подводку Black Thread Fluid Line от MAC наносим от центра глаза к внешнему уголку в виде тонкой четкой линии, как можно ближе к линии роста ресниц. Прокрашиваем глаза черной объемной тушью Chanel. Румяна Hot Pink от Kevin & Coin наносим на яблочки щек для придания свежести. Карандаш Alexa L04 натурального оттенка наносим вдоль контура губ и заштриховываем всю поверхность. Поверх наносим немного прозрачного блеска NARS. Консилер Touche Clé от Yves Saint Laurent в оттенке номер 2 наносим на зону под глазами, чтобы дополнительно освежить взгляд, а также там, где хотим добавить рельефа. Хайлайтер от Charlotte Tilbury наносим на скулы для создания блика. Немного прозрачной пудры наносим на Т-зону для придания матовости. Если вам понравился этот ролик, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно оставляйте комментарии. Для меня это очень важно, чтобы вам хотелось увидеть в дальнейшем. Я вас очень люблю, целую. Ваш Вадим Андреев.